Мессершмитт МЕ-262 был первым в мире действующим реактивным истребителем. Его конструкция была революционной и ознаменовала значительный сдвиг в воздушном бою. Данный проект начался еще до Второй мировой войны, но технические проблемы, особенно с реактивными двигателями, задержали его внедрение до 1944 года. За его разработкой внимательно следил Адольф Гитлер, который очень интересовался новыми военными технологиями. Оснащенный двумя турбореактивными двигателями Юнкерс Джума-004, истребитель мог развивать скорость до 870 км в час, что делало его значительно быстрее любого истребителя союзников того времени. Он был вооружен четырьмя 30-миллиметровыми пушками МК-108 в носовой части и также мог нести ракеты или бомбы в зависимости от конфигурации. Его скорость позволяла ему обгонять истребители союзников, но он страдал от проблем с механической надежностью, нехватки подготовленных пилотов и ограниченного количества топлива. Эти факторы в сочетании с бомбардировками союзниками промышленных объектов Германии ограничили его влияние на ход войны.